Ежегодно 5 мая в Российской Федерации празднуется День водолазной службы России. Много организаций, которые применяют в своей работе профессиональные качества и профессиональные навыки водолазов. Наиболее крупные организации на территории Саратовской области, использующих труд водолазов, водолазов-спасателей, является областная служба спасения. Сегодня в Российской Федерации празднуется 140-летие с момента образования первой водолазной школы, водолазной группы Российской Федерации еще в царской России. В преддверии этого мероприятия и в канун, и непосредственно в день празднования спасатели-водолазы областной службы спасения провели это мероприятие, что называется, в тренировке. Сегодня соревновались в профессиональном мастерстве водолазы-спасатели из Балакова, Балашова, Саратова. Результаты мы узнаем чуть позже, но тем не менее сегодня на территории именно Саратова, поселка Затон, маневренной водолазной станции прошли ежегодные традиционные соревнования водолазных троек. Результат, как я уже сказал, узнаем чуть позже.